есть предложение перейти к второму вопросу. Он звучит так. Об опыте борьбы за индексацию заработной платы. Доклад портового комитета профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга. Значит, докладывает нам Остолопов, да? Игорь Вениаминович. Он представится. У его доклада есть содокладчик. Харлам Александр Иванович. Столопов Игорь Вениаминович, заместитель председателя портового комитета морского порта Санкт-Петербурга. Портового комитета докер. Ну, что можно сказать, значит, да, опыт борьбы у нас, борьбы вообще как бы не то, что даже слово такое, как, наверное, скорее работы, да, по поводу индексации заработной платы. Борьбы, что-то работа, что-то это звание, что можно сказать, классовая работа. Да. Я заместителем председателя являюсь недавно, 1 марта, только вот этого. Вот, докер. Но последние там два года активно участвовал там во всяких переговорах профсоюза с нашей администрацией милой, с представителями работодателя. Вот как раз по вопросу индексации заработной платы. В 2000 году у нас мы добились по квартальной индексации заработной платы, значит, по объявляемому, значит, индексу правительством, да, по России и по Санкт-Петербургу, и Ленинградской области, значит, ежеквартально наша зарплата индексировалась вот на вот этот индекс инфляции. Но это соглашение наше было подписано только на и действовало только до конца 2000 года. Значит, в 2001 году по тому же соглашению, значит, наши тарифные ставки, они увеличились на как раз вот индекс инфляции за 2000 год, да, на 24%. Вот. Но в 2001 году, значит, наша милая администрация уперлась и не захотела индексировать нам больше. Первый квартал мы прожили спокойно, потому что первый квартал был проиндексирован. Значит, начиная с апреля месяца у нас вот тут как действительно получилась борьба, потому что новые всякие методы наша любимая администрация использовала, в том числе, значит, вовлекла нас во всякие там судебные разбирательства. То есть мы действовали по обычной схеме, да, выдвижение требований, значит, при отказе, значит, ну, то есть существовали сроки там какие-то, ну, то есть, как говорят, не сейчас существует, но это все еще как бы в свете старого ЗОТа и всех законов происходило, значит, мы, значит, сначала выдвигали требования, затем администрация с нами не соглашалась, значит, коллективный трудовой спор, ну и так далее по схеме, да. Значит, объявили забастовку трех компаний порта. Ну, администрация наша, значит, подала в суд иск на признание забастовки незаконной. Ну, вот то, что говорил Олег Васильевич, вот сейчас, как бы, возможности, значит, проведение такой забастовки, да, то есть вот этого мы, к сожалению, не использовали. Ну, во-первых, опыта недостаточно там и все проще. Раньше всегда как-то было гораздо проще, хотя, на самом деле, самая длительная забастовка, вот на моей памяти, да, за последние 10 лет в порту Санкт-Петербурга была длительностью в 1 час. Значит, были забастовки одноминутные, но тем не менее мы добивались своих, как бы, целей, ну или, по крайней мере, там каких-то компромиссов. То есть в этом случае у нас, значит, произошла немножко новая для нас ситуация, получилась, да, когда, значит, подали наши, значит, представили работодателя в суд. Суд, значит, приостановил забастовку. Мы, значит, ее объявили. Но вот интересная такая ситуация, когда люди начинают спрашивать, так у нас забастовка или нет? Что же у нас такое? Как же так? Объявили забастовку, а мы все работаем так, как, значит, и происходит. Да. И плюс еще перечень, да, минимальных работ, который, значит, должен быть при забастовке, да?
Значит, ну, естественно, он, конечно, согласован быть не мог никогда. То есть мы предложили перечень, в него входили, значит, есть такое, как бы, ну, постановление, что ли, да? То есть, ну, какие работы должны выполняться в порту, там, значит, ну, при каких-то аварийных ситуациях. То есть это, значит, обеспечить сохранность груза, там, значит, всякие-всякие разные противопожарные меры и так далее, да? Ну, вот, ну, предложили мы такой перечень. На что, значит, администрация предложила нам в ответ перечень, который состоит в одном, ну, все, что входит в обязанности, значит, работника, да, доктора, механизатора, либо там кого-то еще, вот это все включили в перечень. И районная администрация, там наша, она этот перечень, значит, нам утвердила. Все за этим, значит, мы, да, ну вот это все происходит, значит, в течение там нескольких месяцев. Когда мы, значит, подали в суд на незаконность вот этого перечня. Вот. Ну, надо сказать, сразу как бы забегая вперед, что все дела в суде, да, и по законности забастовки, и вот по этому перечню, мы, естественно, выиграли, потому что там, ну, это настолько явно, что, ну, единственное, что получилось, что удалось нашей любимой администрации, это затянуть время, и вот в 2001 году мы, как бы, от индексации, значит, с индексацией пролетели, грубо говоря, да? Но, ну, вели бесконечные переговоры постоянные, вот я тоже участвовал в этом, во всем. Так вот, я что хотел сказать по этому поводу. Значит, переговоры можно вести там сколько угодно. И сколько угодно быть правыми, да, и так далее. Но какой у нас вот аргумент есть вот в переговорах с нашими там работодателями? А никакого. Деньги у них. Да? Единственное, чем мы можем как бы вот аргументировать что-то, это забастовка, даже не сама забастовка, а ее угроза. Вот если, вот коллективные действия, да? И я просто как бы вот из личного опыта там, наблюдая как бы вот поведение на переговорах, значит, там директоров и там прочих администраторов, значит, я знаю просто, что когда они уверены, что забастовка невозможна, там или еще что-то такое. То есть они уже как бы совсем по-другому ведут себя на переговорах. И там, да, конечно, но вы-то можете требовать, но это же. Мы просто не хотим, вот, может быть, и все. Поэтому вот главное, я считаю, да, вот во всей этой борьбе. Ну, вернее, это не я считаю, как это, наверное, очевидно. Не только я, да? Что вот мы должны какой-то иметь вот серьезный аргумент. Единственный аргумент – это вот наша сплоченность и наши коллективные действия. Если мы можем, я еще раз повторяю, сколько угодно вести переговоры. 8 месяцев наши переговоры длились, и буквально с нулевым результатом. Причем на всех уровнях. На уровне там компании, сейчас порт разделен на несколько компаний. Потом, значит, все это объединилось под управляющей компанией порта. На самом там действительно высоком уровне, ну, вот. Поэтому, значит, что в этом главное? Вот и тут говорил Василий Иванович, да, по поводу, вот, что им там какое-то время не платили зарплату, и вот они хотели там перекрыть улицу, и пришло только 9 женщин, там, 2 мужчины. Ну вот, а почему улицу перекрыли? На улице-то в чем виноваты люди? А в цеху почему они вот не, ну, там, не знаю, как-то вот не протестуют? Как это вот объяснить? Я не знаю. Или когда, ну, уже всем там надоевший пример, там, когда шахтеры там сидели на рельсах, да, и там стучали касками там где-то по асфальту. Причем здесь просто даже на улице, наверное, люди не понимают. Все в руках наших как бы администраторов, работодателей. Вот с ними надо как раз. Кто их такие права дал? Ну, это уже другое. Забастовка работает. Нет, я просто хочу сказать, что я думаю, что забастовка гораздо эффективнее, чем перекрыть улицу. Забастовка с перекрытием можно делать. Потому что это забастовка наносит конкретный. Лучше выступать. Че ты? Че? Собственно говоря,
Что я хотел сказать? Вот и все. Фамилия Махарланов. Зовут меня Александр Иванович. Я являюсь заместителем председателя правкома. Игорь Леонидович немножко сказал, я бы просто немножко хочу напомнить, потому что есть новый товарищ, который наши структуры не знали. Был у нас спорт, одно юридическое лицо. Потом вот Игорь Леонидович сказал, что нас разделили. У нас на данный момент как бы есть компании, залов, да, структуры порта. Порт разделен на компании. И вот эта каждая компания, это есть юридическое лицо. Есть генеральный директор, есть правком, вернее, каждая компания у нас на сегодняшний день пока еще два. Тот, из которого мы вышли, и мы вышли. Российский профсоюз. Вот. Поэтому как бы нам и переговоры, по факту и де юре, приходится вести каждой компании отдельно. Есть компания, там ЗАО ВСК, там вторая территория компания, еще пять компаний. И вот в каждой компании, по факту, да, юридическое лицо, мы вот ведем переговоры. За прошлый год, вот Игорь Леонидович, вот так ему судьба выпала, практически весь год, начиная, особенно с апреля, ну, практически начиная с начала года, он вот участвовал во всех этих переговорах. Ну, я тоже в этом, конечно, участвовал. Когда приходишь, особенно в начале года, по факту приходим, мы обязаны переговоры вести с генеральным директором, да, руководителем предприятия, конкретно нашего. В то же время он как бы не является как таковым, да. Говорит, ну, у меня денег нет, я ничего особенного, финансовая часть вопроса. Вот идите туда, есть там управление портом, да, управляющая компания, они так называемые. Вот они там решают. Как бы это по факту и правда, это так. Ну, генеральный директор, вот то, что ему там тогда есть какое-то решение продвижения. Но опять же, у нас что еще? Вот, система оплаты, как я сказал, система оплаты труда у нас по временам применяется. Основная часть, большая часть, процентов 80-90 у нас тарифные ставки. Конкретно для госорганизатора часовая тарифная ставка. Вот мы как бы о ней говорим. С начала прошлого года, с января месяца, мы начали вот эту борьбу, ну, наверное, громко сказано, борьба, может быть, не борьба, но тем не менее, да, по результату заработной платы. Мы уже часть была, где Ленин сказал, что мы там, да, добились за 2000 год, нам увеличили тарифы, тарифные ставки и платы на 24%, это объявленный индекс по Петербургу, да. Это мы добились. Но вот дальше подвижение у нас не получилось. Почему? Вот здесь как раз тех коллективных действий, а именно коллективных действий, почему вот я обратил внимание на структуру нашего предприятия, вот эти юридические лица. Мы в одной компании затеяли, да, коллективный трудовой спор, подписали протокол организации, провели частную забастовку. А еще три компании, в одной компании то же самое, да, велись переговоры, тема одна и та же, да, вот индексирование заработной платы. Но профсоюзный комитет протокол разногласий вот не подписал. В нашей компании, в одной, причем наша компания, ну, не самая маленькая, а может быть даже не самая по количеству людей, ну, на третьем, скажем так, снизу, да. А вот самая крупная компания, причем по роду деятельности, как бы, ну, мы с ними, мы и по территории территориально находимся рядышком, да, наша компания рядышком. Ну и по количеству людей они у нас, конечно, там разом, главное, побольше. Так вот, профсоюзный комитет этой компании не готов был
подписать протокол разногласия. И вот казалось бы, мы вот одной компании, все, вот, уже практически договорились, инвестировать, ну, записать, да, соглашение о индексации заработной платы, та компания, значит, не поддержала. В результате, вот как Игорь Ильин сказал, когда приходишь на переговоры, ну и что? Что, вот когда нет за тобой силы, да, и они там администратор, конечно, четко улавливают. И в данном случае вот, мы немножко проиграли. И результатом переговоров, годичных переговоров, представляете, да, это вот год переговоров, объявлена забастовка, перечень работ, минимум, который должен проводиться, да, во время забастовки, утвержден в полном объеме. И когда работник говорит правильно, что мы бастуем или нет, да, бастуем, а как же, я работаю. А вот, да, закон такой, да, вот, что делать. То есть и наши работники, в том числе так до конца, наверное, не поняли, ну, может быть, не все, как же это так, вот забастовка объявлена, забастовка ведется, а по факту вот как работа, так и работает. Да. И то, что мы там, ну, суд, да, признал, что мы правы там, это самое. Ну, и результатом наших всех усилий, годичных усилий, конечно, я лично считаю, это мое личное мнение, это минимум. Тарифные ставки и оклады мы с 1 января этого года увеличили на 7,5%. На 7,5%. Ну и плюс, значит, ежеквартально при росте курса доллара по отношению к рублю, процентное соотношение, да, 4%. Вот, если доллар более чем на 4%, ну, соотношение, да, понимаете, увеличился, значит, на 4%, с 1 апреля нам тариф оклада будет увеличен. Ну, или квартально. По году, в принципе, конечно. Если это будет соответствовать 12% минимум, а может быть максимум. Ну, плюс дополнительный переговор, если вот какой-то будет скачок. То есть, как бы, вот это наш результат. К большому сожалению, вот опять, тут вот опыт, борьба не борьба, но опыт. Если нет коллективных действий, если за спиной профсоюзных лидеров не стоит все-таки коллектив, который вот действительно готов тут же тебя поддержать, ничего не будет. И у нас, как бы, вот этому наглядное подтверждение, когда вот одна компания. Ведь, казалось бы, ничего не надо было делать, только подписать протокол разногласий. И на 100% я лично уверен, что вот мы тогда бы все было решено, и нам бы не нужны были не понадобились вот эти годичные, я не назвал бы их переговорами, такая вот, ну, возня, бумажная возня была между правкомом и администрацией. Суд, не суд. Ну и вот в результате минимум. Ну, тем не менее, вот по факту, вот, как говорится, на сегодняшний день вот такой у нас уже действует. То есть действует. Соглашение пришли. Соглашение пришли, соглашение подписано, действует. Ну, правда, у нас там есть строчка такая, что мы в любой момент, любая правда, как с нашей стороны, так и со стороны администрации. Из этого соглашения мы можем выйти. Третьего. Либо мы, либо мы. Ну, это уже. Но по факту, вот на сегодняшний день, вот, результат наш вот такой. Причем борьбы, я бы сказал, ну, малая кучка людей. На изнурительный, да. Изнурительный. Пожалуйста, вопрос. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, я что-то не совсем понял насчет вот этих индексаций вот, в связи с ростом доллара. На 4% что должно вырасти? Наши тарифные ставки и оклады. Если вы... Если курс доллара повышается, неважно, по отношению к рублю. Неважно, каким образом? До 4%. 4% вот... Безоговорочно? Безоговорочно все. С 1 апреля на 4% тарифы...
ставки и оклады увеличиваются. Если курс доллара будет, ну, соотношение, да, между долларом и рублем, более, там, скажем, 10%, то плюс дополнительные переговоры. Мы ведем дополнительные переговоры. Если доллар не увеличивается? Да. А если на 3% уменьшается, то уменьшается. Да, увеличивается. Если доллар на 3%, выше, да? Да. То есть кроме соответствует. Да, до 4% автоматом 1% на 1. Ну, а если нет, то. Так, пожалуйста. А почему именно такое соотношение взять? Доллар. Непонятно. Можно было взять это соотношение, например, доллар к российским. Я отвечу, потому что я задал. Значит, аргументы наших администраторов такие, да? Значит, все вообще клиенты, вот потому что, ну, такая организация, да, связана с, значит, со всякими иностранными компаниями и так далее. Все расчеты, значит, как аргументируют они? Вот, понимаете, мы, говорит, все расчеты у нас производятся, с нами, вернее, клиенты рассчитываются в условных единицах. То есть доллар. А там, скажем, за свет, за электричество, там, за отопление и так далее, мы платим в рублях. Значит, на конец 2001 года они как бы запланировали стоимость доллара, одного доллара 32 рубля, да? А поскольку это все. Ну, то есть у них как бы тоже не такого. То есть аргумент такой, как бы. Нет, смысл в том, что, например, наушная корзинка, она растет быстрее, чем доллар. Да, да, да. Ну, вот. Это компромиссное, поэтому, да, решение такое. То есть мы, конечно, хотели, если уж так по большому счету говорить, да, то и объявляемая официальная статистика, да, когда это инфляция, она тоже не соответствует. Если там кто ходит в магазин, все знают прекрасно, что это, скажем, за 2000 год не 24%, а гораздо больше. Но тем не менее, значит, инфляция. Хоть какой-то инфляции мы добились, хотя вот я говорю, что опять это очень компромиссно. Ну, во всяком случае, вот у нас вот, процесс этот идет, пока действует, работает. В трех стивидорных компаниях практически коллективный договор, вот на третьем деле, я немножко возвращаюсь, да, к первому вопросу, трудовой кодекс, закончили сроки действия коллективных договоров. И только вот лишь наша компания, он действует так, до сентября. Но, тем не менее, пока на сегодняшний день администрация ни одной из тех компаний по заключению нового коллективного договора еще предложений нет. Ну, у нас, собственно, русская. Так, еще вопрос. А сколько в рублях у вас, значит, часовая ставка, часовой тариф? 56. Сколько? 56? 51. 70 была и 7,5%, 50. 56 рублей. Да. Ой, фактически, с комплексом прибавили. Почему? Прибавили 7,5%. Нет, это тариф где-то рублей 60. Нет, даже меньше. Нет, вот тариф просто была 51,70 до января, а сейчас стало 56 рублей. У нас на 40 может 5 разряд. Ну, у нас опять же. Немножко, опять же, чего мы добились, еще раньше, правда, система оплаты труда, да, вот тариф. Неважно, пришел на работу человек, есть работа, нет работы, было ничего, не двое, неважно, он присутствует на работе. Часовая вот эта тарифная ставка ему идет. 8 часов он отбыл на работе, ему, значит, вот этот тариф обеспечен. Ну, правда, плюс к этому тарифу, там, если классность есть, за классность зарплата, там, еще. То есть, ну, вот тот минимум, вот он обеспечен. Ну, базовая зарплата. Да. Если не хочешь, опять, по соглашению у нас, в коллективном договоре, если вот нет работы, да, ну, по его личному желанию, добрая воля, да, он может уйти домой, и ему оплачивается 3 часа. За 3 часа ему оплатить. Их он проживает. Если не желает, можно. Да, можно находить на работу. Интересно. Берите на вооружение.
Ну, кстати, вот у нас вместо забастовки, да, и интересная тоже ситуация, работа по правилам. Так вот, мы тоже интересно. Да, тоже интересно. И люди, собственно, готовы, как бы готовы, да, и быстрее так получается. Лучше сидеть, но он готов, бастовать. Лучше его, давай бастовать. А вот работа по правилам. Привыкли люди, знаете, работают. Он пришел на работу. Как его видеть, да? И говорит, вы пришлите никого не будешь, чтобы вот он за мной смотрел, чтобы я работал по правилам. Вот давай мне так сделать, да? Член правкома или кто-то, вот я сам вот я не могу, а вот если за мной будет, то не будет. Рядышком стоять, смотреть, вот я тогда как могу. А ведь практически, ну, во всяком случае, по порту, если бы вот это действительно включить, ну, практически произвести можно все равно. Да и не только по поводу, я так думаю. Во всех организациях можно вот это. В двух словах объяснить товарищам, что такое работа по правилам. Они, может быть, не понимают этого. Ну, я думаю, понимают. Технологии-то у них тоже есть. Широкие. Да, какие-то правила там есть, охрана труда, все это. Нет, ну, технологии. Это мы вот объясняем у себя на заводе вот этот момент. Ну, пришел, значит, на работу, сразу там к станку и пошел. Да. Получите результат. Ну, надо, если уж так говорится, проверить. А проверять я могу в течение двух часов. Все. Это нигде не прописано. Сколько это? Кран подогнал, значит, ты должен посмотреть бирку, какого она, значит, числа повешена, можно ли работать, значит, этим тросом. И так дальше, и так дальше. Вот это работа по правилам, а не так, что, значит, пришел там и пошел, как у нас часто бывает. Какая же это работа по правилам, когда у нас никто не оставляет на сверхурочные, они работают. Вот они хорошо придумали работу по правилам. Ну, у нас тоже, я говорю, к сожалению, это вот на 100% не получается. Ну, потому понятно, что человек все время работает. Вот он либо работает, либо не работает. Вот он пришел на работу, вот у него как сложилось, десятилетиями, да? Пришел на работу, вот, там, за полтора часа, за два он приходит заранее, там, технику получает, да? Ну, пост представляете, производство, круглосуточно. Вот он приходит, технику. Одну технику, согласно нашим инструкциям, там, нужно осмотреть, да? Это можно ведь, опять же, день практики, можно осматривать 5 минут. А много в течение часа. Но в течение часа будет там звено стоять, не работать. А парку у вас отдельная оплата? Я говорю, по времени, ребята, вот у меня вопросик такой, значит, возникает. Получается, как один разряд у вас, общий для всех. И как отличается вот кто пришел и тот, кто у вас давно работает. То есть одна стоимостная ставка не начальная, а одна для всех 56. Да, минимальная. Минимальная, да. Но плюс. Ну, то есть это вот солидарная заработная плата. Поняли вопрос. У нас, во-первых, бригадная система, да. У нас бригада. Во-первых. Во-вторых, вот то, что вы сказали, это минимальная тарифная ставка. Вот докер-механизатор, у нас есть еще классы, 4 класса. Вот он получает докер-механизатор. 4 класса, вот это минимальный тарифный ставку. 56 рублей. А докер-механизатор 1 класса, от этой тарифной ставки еще плюс 20%. 25. Прошу прощения, 25. То есть даже когда ничего не делают, да, с метлой ходят, нет работы. Ну вот докер-механизатор 4 класса получает это, а 1 класс, ну 4 класса. 1. Ну там. Вот такая система. Соглашение заключено об индексации на какой-то определенный период или нет? Да, на этот год. На этот год. То есть даже если коллективный договор
сказать, ну, будет минимум соглашение, то будет действовать или как? Как бы нам этого и не хотелось, я не знаю, есть ли? Есть. Наверное, мы в этом году, может быть, уже придем к заключению, ну, к переговорам по заключению нового коллективного договора. И я думаю, вот этот вопрос, он будет там стоять однозначно. Санация, вернее, не санация, а срок договора рекомендуете как? Каждый год делать или там через два года? Ну, вот теперь в свете нового трудового кодекса 3 года. Нет, и плюс еще 3. Вы рекомендуете как? А теперь новый закон. У нас прописано там пока одна из сторон не заявляет. В законе, да. Да. А теперь новый закон. Каждый... Согласно новому закону. В вашем новом там сказано, санация происходит, тогда не будет заключен новый полгода. А вот я Олег Васильевич вопрос задавал. Прекращает действие. Сейчас четко? Да. К сожалению, вот у нас тот действующий коллективный договор, он у нас довольно-таки сильный, хороший. Он пока действует во всех компаниях. Но вот что будет... Да, вот что будет... Говорит, завтра, послезавтра. Ну, администрация, во всяком случае, вот на сегодняшний день у нас были какие-то опасения, что они буквально тогда 2 февраля, после введения действия вот, трудового кодекса, будут с предложением вот, заключить новые. Да, тем более там закончились сроки, действительно закончились, они были по 1 января. Ну, пока вот не в одной компании, то есть коллективный договор, пока здесь пока нет достаточно. Еще вопросы есть? А вот обслуживающий персонал, там еще как-то второстепенный, вот, сколько он получает? А у нас есть сетка, так называемая, там коэффициенты. Для каждой должности, для каждого работника свой коэффициент. И согласно коэффициенту там идет... Ну и вот там разница заработных платов, там от вашей, разница, говорю. Разница? Ну, да. Минимальный оклад в компании, это 2000, да? 2000. Уже 3000. Самый минимальный. Да. Это да. Без всяких ручек там, что-то. Женщина уже там, Тальман, да, называется Тальман, которая ну, попроще, как бы, счетчик груза. Она там где-то груз считает, смотрит там. Ну и у нее там где-то 6-8 тысяч. Еще вопросы? Едва Васильевич. Спасибо. Можно сказать, что этот вопрос об индексации здесь на заседании Российского комитета рабочих тоже обсуждается не первый раз. И я думаю, что поэтому о важности нам тут говорить не приходится. У нас каждый день из кармана забирают реальную зарплату, а получить тот же уровень, который уже был, оказывается крайне сложно, очень трудно. И если говорить в целом, каков итог борьбы вообще для России, то можно сказать, что благодаря тому, что эта борьба за индексацию зарплаты она продолжалась, к сожалению, очень немногими трудовыми коллективами, очень немногими трудовыми коллективами. Тем не менее, вот как всегда бывает по известному закону, что всякое большое дело проходит 5 стадий. Шумиха, неразбериха, поиски виновных, наказание невиновных и награждение тех, кто к этому делу не имел никакого отношения. Так вот, значит, докеры целый год и более били за индексацию заработной платы, это все доходы Верховного суда. Это было, так сказать, описано во многих газетах. К этому были подключены очень многие люди, я еще об этом скажу. И в этом участвовали самые разные, так сказать, организации. И в итоге вот мы видим сейчас в трехсторонних соглашениях, у меня вот под руками трехсторонние соглашения, подписанные общероссийскими объединениями работодателей, профсоюзов и правительством, записано в пункте 2 римское «Доходы, заработные платы и уровень жизни населения». 2.2. Провести в 2002 году индексацию тарифных ставок, окладов, единой тарифной сетки по оплате труда работнику бюджетной сферы, предусмотрев их повышение не менее чем в 1.5 раза.
221-2002-2004 годах обеспечить опережающий темп роста ставок окладов единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы по сравнению с уровнем инфляции. То есть уже подписано вот этом трехстороннем соглашении, записан пункт опережающий опережение темпа роста ставок окладов единой тарифной сетки, но работников бюджетной сферы. А вы, товарищи, из небюджетной сферы, вы уж как вам, вам уже привычно самим добиваться? Ну, пожалуйста, добивайтесь сами, если хотите. Но я думаю, что даже и в этом плане тоже немаловажно, потому что вот эта вот динамика зарплаты в бюджетной сфере, она задает известный фон. И речь идет о законности, скажем, о том, чтобы вести переговоры и ссылаться на что-то, и, скажем, можно ссылаться на трехстороннее соглашение, можно сказать, что с этой точки зрения в известном смысле климат и юридические условия облегчились для этого. В известном смысле, потому что до этого мы имели только безобразный закон об индексации, мы о нем говорили, в котором индексация подвергалась только две части зарплаты размером 300 рублей. И то, значит, вторая часть только в половинном размере. То есть тебе 45 рублей выплатили в самом лучшем варианте, при 10% темпе роста цен. Вот это первое. Второе, то, что мы здесь наблюдали, вот о чем наши товарищи здесь рассказали, это действительно изнурительная борьба, в самом строгом смысле слова, на всех полях. Все было использовано, значит, во-первых, использовано было полностью право на забастовку, а администрация полностью использовала все свои права, чтобы не дать проявить забастовку. И действительно, сказать, ходил, бегал генеральный директор первой стивидорной компании, все работают как работают. Здесь рассказал Александр Иванович, что во время забастовки, поскольку минимум установили на максимуме, и все включили в минимум работы, которые необходимо выполнять во время забастовки, забастовка объявлена, и значит никаких дисциплинарных взысканий по закону бастующим применять нельзя. Вот бегает генеральный директор, господин Остин, спрашивает, ты бастуешь или нет? Одни говорят, бастуют, другие говорят, не бастую. То есть, в общем, даже себя не очень делают. Представляли себе люди, как себя вести, что ему отвечать. Вот. А он говорит, если скажут бастую, он пытался значит, какие-то меры применять, поскольку, дескать, ваша забастовка значит, незаконная. А как меры применять, когда он работает и полностью все делает? То есть тоже тут была и для них заковыка. Вот. Теперь надо сказать, что мы вот все, что могли сделать по линии поддержки в этом отношении, внешней. Ну, во-первых, надо сказать, что Олег Васильевич интересный такой прислал запрос. Смысл этого запроса был такой, а правда ли, что в 2001 году реальную заработную плату собирается понизить, поскольку не собирается включить в коллективный договор пунктов ее индексации, в индексации номинальной. Вот там тоже крутили, вертели, чего отвечать. Ну, действительно, неужели это, вы собираетесь там, так сказать, вы запланировали на целый год понижать жизненный уровень работы. Скажем, мне приходилось, я был там в числе консультантов, как раз в этой компании ходил, и говорю, как-то вот удивительно, что вот вы хотите, чтобы дочери работали, и вы твердым голосом говорите, что он только жизненный уровень будет понижен в этом году. И вы хотите, чтобы они вам повысили производительность труда? Вы прибыль хотите получить? Нет. Зато у них большой был подарок, когда начался трудовой арбитраж. Когда по просьбе трудового арбитража, значит, зам генерального директора по координации операций, генеральный директор были допущены к заседанию правкома, который вел господин Самичев. Вот они пришли, там, как школьники, там, в общем, думали, что их будут встречать как отцов. Но они их там как собачек отделали, не дождались. Теперь, значит, мы прислали отзывы президенту Академии гуманитарных наук, профессора Хуяева, доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки, заведующего кафедрой ценообразования Университета экономики и финансов Санкт-Петербургского государства. Это было очень для них болезненно, потому что уж, наверное, по ценам и по инфляции крупнее специалисты, они никого не найдут, и они и не нашли. И, в общем, они поняли, что лучше им не трепыхаться, то есть мы с научной точки зрения тоже и там все перекрыли. Вот. Злобный прислал в Академии гуманитарного образования отзыв о Григорьев, дескать, что это там за ученые, что они там написали,
То есть, ученый скажет, что мы такие вот этим самым людям, которые вообще ничего не понимают, экономики отвечать даже не будут. То есть, короче говоря, тут очень широкий был фронт. Мы уже здесь говорилось о том, что уровень образования юридического, так сказать, специалистов из спортового комитета, в том числе Константина Васильевича, как начальника правового отдела Федотова, был достаточно высокий, поскольку все процессы, которые, значит, были проведены, все были выиграны до единого. Я уже спрашивали, а как 7-й процесс выигран, 8-й, там, знаете, как этим раньше в войну, звездочки рисовали. Так и здесь, значит, получается, что куда пошли, выиграли. Но там, с другой стороны, тоже сидели и смотрели, пожалуйста, выигрывайте процессы, мы к вам деньги. Все уменьшаем, уменьшаем, так сказать, реальное содержание. То есть они тоже уже поняли все. И они прекрасно понимали, что они ведут дело на затягивание. Тогда начиналась вот эта эпопея, которую открыла как раз вот та узорная компания, которая здесь представляет Александр Иванович и Игорь Вениаминович Столопов. То есть, ну, хорошо, будем по правилам. По правилам 20 минут инструктаж, пришел на работу, инженера. Пусть он нам расскажет, как там правильно работать. Люди работают, рвутся, они, значит, а тут надо посидеть. Тимофеев там махал, что ты не можешь побездельничать немножко, значит, все рвутся работать. Нет, надо выслушать, как нам правильно работать. 20 минут. Потом там надо пойти проверять тросы. Сколько там на этих разрывах мелких проволочек, на 10 сантиметров, все пересчитать, поделить, посмотреть, не зашкаливать ли, да, установленную норму. Может даже замерить. Замерить. И каждый раз это нужно делать, каждый день, а не то, что вчера он работал, он сегодня пошел работать, если кого убьет. Вот. Так что, в общем-то, обеда обеспечена работа. По правилам. То есть до обеда, в общем, и не приступают люди. Но вот это действительно оказалось очень сложно сделать, потому что это действительно такая проблема, которая... Сказать, что удалось решить вот эту проблему, нельзя сказать. Но и эта форма была использована. То есть вообще нет ни одной формы, которая не была тут использована. Ну и в газетах мы там этих изображали деятелей, что они не хотят, понимаешь, такие вещи делать, и что они безграмотно эти отзывы печатались там, что вот это не понимают, что как это так можно. Вот. И, так сказать, и такой был даже фактор использован, что незнакомая администрация с законом, потому что когда товарищ Фомичев пришел как-то на заседание этой комиссии по переговорам, держа под мышкой закон, его чуть свои товарищи, так сказать, не вытолкнули. То есть что, говорит, ты что принес? А вдруг они прочитают, кто знает, что там закон написано. Это ж ты сорвешь нам все переговоры. То есть в этом смысле можно сказать, что очень тяжелая борьба. Мы говорили о том, почему она очень тяжелая. Потому что на самом деле вот эта политика инфляции, это не стихийные бедствия. Как вы прекрасно понимаете, это государство затевает это дело, централизованно, вполне твердо рукой, вполне с ясным сознанием. Чтобы не надо было отдельным работодателям с отдельными работниками вызывать, с отдельными коллективами, а сразу всех опускают. Все цены на сырье и на готовый продукт повышаются. А остается только один товар, цена на которую не повышается. Это рабочая сила. И это рекомендовано в свое время было английским лордом Кейнсом в известной книге «Общая теория занятости процента и денег» в 1935 году. Весь мир по этому образцу действует, везде это получается. Тут вдруг, значит, товарищи брокеры уперлись. И вообще я хочу сказать, что это великое дело, что вот удалось компромиссное решение получить. И в любом случае надо было его хотя бы компромиссное получить, чтобы передышку сделать, потому что очень тяжелая эта борьба. Тем не менее, решение есть. Причем еще год назад мне пришлось готовить номер докера. Я ходил по как раз территории 4-го и 3-го района и брал интервью. И тогда вот в Порт-Англии другая была точка зрения, что надо вот на индекс статистики добиться. Что-то индексации по доллару не было доллара. Докеры, с которыми я разговаривал, говорили, надо, чтобы по доллару сделать индексацию. Мы тогда решили этот номер не выпускать, что он не отвечает настрой на победу. Вот. Но в общем получилось, что события привели к тому, что пришлось этим ограничиться, и другого тут выхода не было. Но это, в общем, я хочу сказать, что величайшая победа. И в то же время надо сказать, что эта победа показала и другое, что докеры в этой своей борьбе были в значительной степени изолированы. Потому что когда другие вообще, так сказать, не получают зарплату и
по этому поводу разговора разговаривать? Или они не готовы к этой борьбе? Вот, и даже не настроены соответствующим образом на решительные действия. Конечно, вот эта изоляция приводит к тому, что, ну, можно сказать, стервенели просто, хотя вот так, у всех люди как люди, понимаешь, а эти требуют, чтобы мы не снижали жизненный уровень. Всех можно спустить где угодно в бараний рог, а с этими, значит, спортовыми докерами приходится разговаривать на переговорах, как говорится, чуть ли не с равными самому себе. Вот где самые страшные вещи. Потому что, ну, вот здесь Василий Иванович рассказывал, очень интересно, Шишкарев по поводу пени. Я думаю, что это очень ценная вещь. Ну а насчет того, что вот люди пишут письма в отношении того, когда нам будут выплачивать зарплату, ну, как вот не пишет, как вот не считай, когда, если за январь, то это значит в феврале, раз в месяц нужно по закону. А если в феврале, а сегодня 16 марта, то уже сейчас не имеет значения для того, чтобы остановить производство, какого числа в феврале начнут выплачивать зарплату. И я боюсь, что не получилось бы, чтобы начали с этим вот профсоюзом ходить и выяснять, очень долго решать, полгода, какого числа нам будут выплачивать зарплату. Это можно само собой выяснять, это правильная задача. Все равно надо решить, установить дату. Но остановить работу, если соберется группа людей, и здесь как раз это же не забастовка, это на самом деле в законе прописано как индивидуальное право. Поэтому 10 человек наберется или 20 человек достаточно твердо. А лучше, конечно, чтобы это единица была, цех или участок. Лучше, конечно, корпус, еще лучше, чтобы завод был. Но это понятно, что так не бывает. Так сразу, чтобы все остановились без хорошей организации. То, в принципе, для этого есть все основания. И никакие для этого там их отсчеты от каких-то там их дат не нужны. Все уже по всем расчетам, если за январь, феврале не успели заплатить, значит, 16 марта, то есть сегодняшнего дня, вполне это право наступило, и можно им пользоваться. Это называют забастовкой, просто простонародье, как говорится сейчас. В общем-то и правильно называть, по смыслу. Баста, да, перестали работать. Баста, хватит, не буду больше. Но на самом деле собираются люди, так сказать, в любой группе, и могут это остановить, потому что каждый пишет индивидуальное заявление, что я. Значит, уведомляю о том, что я приостанавливаю работу с такого-то числа, в связи с тем, что мне за январь не заплатили. А с 1 марта прошло уже более 15 дней. Все. В чем тут коллективные действия? А вот как раз в том, сколько человек это делает одновременно. Делает один человек, найдут способ, как бы его отсюда вытащить. Завод. 20 человек делает, значит, уже побоятся. 300 человек. Вот докер в заявлении в Кировскую администрацию, который установил такой минимум на уровне максимума, написал 300 человек. Ну это что значит 300 человек заявлений? Значит, каждый должен был пошлину заплатить. Каждый. И без профсоюзной организации он это не сделал каждый. Это вообще трудно организовать. Теперь каждый должен был справку приложить. И там самая борьба была в том, что приходит человек, дайте мне справку. Зачем? Суд подает. Второй приходит. Дайте мне справку. Ничего не требует, просто справку просит о том, что он там работает, то все. Зачем? Суд подает. На следующий день еще один приходит, говорит, дайте мне справку. Ну ходит и ходит, 300 человек, мы все справку, никто ничего не подает. Справки. Там раз 300 человек. В суде хорошо. 300 дел. Она в суде, а 300 дел. Не понравилось ей работать столько же, а зарплата, как говорится, вроде как поощрение их есть, что много дел они сразу. Говорят, что они не справляются, а вот эта судья 300 дел сразу повела. То есть разные дела. Но понятно, что она их соединила потом. И подумала, что ей, значит, вот сейчас она будет на сторону администрации, у нее одно дело. А тут 300 работников. За кого? А если бы там был один работник и один представитель администрации, за кого был бы судья? Очевидно, за администрацию. Поэтому по форме опять, никакого не может быть коллективного заявления в суд. В принципе, по закону, только индивидуально. Но тут-то получилось коллективные действия, хотя каждый. Индивидуально, значит, пожалуйста. Хотя там весь взмыленный сидел в Каратаев зам, кстати, спортового комитета сделал с этим оформлением, значит, спортовый профсоюзный комитет соответствующий, каждый тот же самый в таком же положении. То есть это огромная была профсоюзная работа, но какая-то неблагодарная, потому что надо бумаги писать, какие-то штампы ставить, справки брать. Но результат налицо, потому что больше ни у кого этого нет, что вот этого
можно было получиться, что-то можно было добиться. Вот. И отсюда, мне кажется, и вывод для нашего решения. Я думаю, что вот мы обсуждали в предыдущем пункте по существу оборонительный вопрос. Как нам использовать новый трудовой кодекс плохой для того, чтобы, опираясь на те положения, которые не самые плохие, потому что могли быть хуже, как говорят оптимисты, да? Пессимист говорит, что хуже уже некуда, а оптимист говорит, могло быть еще хуже. И вот мы как те оптимисты, значит, разобрались, что есть возможность использовать и положение этого кодекса. Но все-таки тогда, когда, значит, прихватит, или уволит работника, или попытается уволить, или уволит профсоюзного работника, или зарплату не будут давать, или индексировать не будут. То есть кто тут нападающая сторона? Администрация. Кто здесь обороняющаяся сторона? Работник. А вот здесь у нас вырисовывается магистральное направление сейчас для наступления. То есть если самые представительные, серьезные, опытные, сознательные рабочие организации, профсоюзы, которые в том числе и прежде всего представлены здесь на заседании Российского комитета рабочих, и для этого сюда и приезжают, чтобы пообщаться и обменяться опытом, как лучше действовать, как лучше бороться. Если они начнут это наступление по всей России, в том числе с использованием тех прав, которые дает этот кодекс. Это будет уже не оборона, а это будет наступление. Причем это наступление, особенно на фоне того, что уже теперь в трехстороннем соглашении написано, и на фоне того, что все уже бабушки разобрались, что когда им повышают пенсию, они еще говорят, а цены на сколько вырастут? Потому что если нам приходят и доказывают, что у вас, значит, пенсии выросли на 8%, а инфляция на 20%, значит, все уже понимают, что на 12% реальное содержание пенсии сократилось. Или если нам, дорогие наши представители правительства, сообщают, что у нас рост нашей экономики аж на 5%, и все это считается в рублях, а мы знаем, причем в текущих ценах они неизменны, а мы знаем, что инфляция 20 с лишним процентов, значит, у нас падение производства аж 15%. А после этого думают, а почему доллар растет? Ну, это падение производства. Как же доллар не будет расти? Так что очень своевременно заключено соглашение об индексации через доллар, потому что при таких соотношениях это будет идти. И ясное дело, как может подниматься экономика, это 4% в бюджете на развитие экономики и 41% на выплаты иностранных долгов. Такого правительства, которое бы так эффективно выплачивало, собирало с народа деньги и отправляло за границу, никогда не было. Действительно. Поэтому там такие выдающиеся личности, как Починок и прочие, прочие. Так что вот я думаю, что главная идея у нас может быть нашего постановления, я думаю, что я похоже тогда предложу такое решение, должно состоять в том, чтобы и все другие организации, кто достаточно укрепился, тоже поставили себе задачу вставить в новый коллективный договор пункт об индексации заработной платы. Вот если мы это начнем делать по всей России, значит, вот на этом поле у нас будут выигрыши. И на этом поле, если, скажем, не будет у кого-то и полного выигрыша, будет компромисс. Если не будет компромиссного выигрыша, будет опыт. Потому что без опыта, пока тебе, как говорится, пока тебя не побьют, не научишься. Тут уж ничего не поделаешь. Не случайно за одного битого двух не бьют. Вот такие у меня соображения. С выступлением наших уважаемых товарищей доктора. Может быть, есть вопросы к консультанту Российского комитета рабочих? У меня маленький пример из жизни, можно проверить. Тогда вот работа по правилам, да, это было по факту осенью. Все, когда пришли на переговоры, это уже забастовки объявлены, ну вот, те забастовки, которые они единственные, да, официально объявлены, но люди работают. Ну вот, работа по правилам. В одной компании рядом, с нами крупная компания, там генеральный директор задумался там, а вы бастуете, я вот работаю, будете выпускать. Ну и там пытался, значит, жить перед своим. Слушали, там буквально на следующий день, значит, мы перед этим уже провели там работу по правилам у нас, люди поработали, ну, день, было объявлено, что мы день работаем, да, ну там, несколько часов уже сделали. Длилось, да. Ну и мы, значит, приходим на переговоры, и административный директор наш, именно нашей компании, говорит, вот там уж такой есть случай, и тут они бастуют, мы работу не будем пускать. Надо бы и нам. А Фомичев, это наш председатель, простом, говорит, а мы тогда не день, говорит, а неделю по правилам.
И тут только раз, и все. Больше вопрос не поднимался, никто никуда не обращался. Вот наше действие, как спрыгнут на стол. А это еще наиболее эффективнее, чем на стол. Давно не эффективнее. Все работают. Правда, мне может, я выполняю, вот тоже написано из рук. Поэтому это с этой стороны. И еще один пример из жизни, прошу прощения, это было там года два назад. Я был в Ярославле, там есть заводы, родственники работают, вот им зарплаты не платили, но бонус не платят. И на мой вопрос был, ну а вы-то что же работаете, он зарплату не платит, а нас же уволят. Если выступающие по второму вопросу, люди в шоке. Что такое? Ну как, вот конкретные цифры, как спросили, все, и всем мысли отбило. Вот так, да. Да, он прав, между прочим, когда мы бываем вот в цехах, а я часто во многих цехах бываю, значит, когда спрашивают, значит, а какой тариф у больше? Я им говорю, у вас, у всех, значит, это развивается, да ты что? Я говорю, ну ничего, вот так, я говорю, борются люди. Да они, говорят, докеры, они любого за горло возьмут. Я говорю, да, вот такие вопросы, я говорю, не только вы задаете, а вот в Москве товарищи там задавали, значит, на тусовках, так будем говорить, наших. Он говорит, а докеры им отвечали, говорю, да, мы возьмем любого за горло. Но если бы мы ничего не делали, эти вот 10 лет, значит, у нас было бы то же самое, что и у вас. А что нет портов, где? Нет, пример, да. За предыдущую войну, сколько угодно. А грунт перевозки объем. Примерно. Вот, поэтому это не то, что там за горло возьмете, значит, возьмешь. Вот, а дело-то вот в организации. В рабочей солидарности. Я мог, как маленький пример, где-то в прошлом году, значит, диспетчер, пожилой такой у нас человек, давно работает, ну и вот очередное у нас было повышение, индексация заработной платы, мне пришел, он еще тут говорит, ну что это там, маловато, хотя он не член нашего профсоюза, у нас два профсоюза. Он член профсоюза, но тем не менее, они все знают, что только мы добьемся, то оно и будет. Потому что тот профсоюз не мой, грубо сказать. Вот. И он, ну вот, типа, маловато. Что же вы там такого? Я говорю, Валерий Николаевич, в ответ мне на один вопрос. И ты первый рубль вот когда заработал? Ой, там давно. Ну и мне хоть вот, вспомни и скажи, вот, хоть раз тебе пришел начальник и сказал, что у тебя маленькая зарплата, надо тебе добавить. Он от удовольствия засмеялся. Такого не было. Поэтому там, где люди требуют, там. Предлагается такой проект постановления Российского комитета рабочих о борьбе за индексацию заработной платы. Заслушав и обсудив доклад спортовой организации Российского профсоюза докеров Морского порта Санкт-Петербурга, Российский комитет рабочих отмечает, что борьба за включение индексации заработной платы в коллективные договоры является одной из главных задач профсоюзных рабочих организаций, решение которой призвано сохранить достигнутый уровень реальной заработной платы и условия для решения других задач. Учитывая сложность борьбы за включение механизма индексации заработной платы, коллективные договоры, профсоюзные организации должны быть готовы к проведению коллективных трудовых споров по этому вопросу, в том числе с использованием конституционного права на забастовку и опыта работы по правилам. В порядке подготовки к возможной забастовке с требованием включить индексацию заработной платы в коллективный договор необходимо решить вопрос о минимуме работ в период забастовки, использовать выработанные опытом рабочего движения формы коллективных действий, итальянские забастовки и другие. Одновременное выступление с требованием индексации заработной платы профсоюзных организаций России
облегчит решение этой проблемы каждым трудовым коллективом. Вот такой предлагается проект. Пожалуйста. Опыт борьбы итальянской надо будет тогда расширить, потому что это будет попадать в руки людей, которые не знают это. То есть как-то сколько что-то делать. Немножко иначе. Ну, есть такое понятие, итальянский рыбосторг. Есть, но если прочтут, не знаю, что. Больше это зададут вопрос. Вот и хорошо. Это тоже хороший клиент. На самом деле, когда мы пишем итальянские рыбосторги, работа по правилам, то на самом деле работа по правилам это тоже итальянский. Это итальянский рыбосторг. Скобочка. Но дело в том, что кроме работы по правилам есть другие формы. Есть, скажем, шахматная форма рыбосторги. Когда останавливаются работу или начинают работать по правилам, не весь завод. А вот только один, сегодня один, завтра другой, потом третий, потом четвертый. И весь месяц лихорадит. Ничего не идет, ничего не делается. Но каждый раз можно предъявить требования только к малому, в общем, числу людей. Какие? Хотя, если по правилам они работают, тоже не предъявишь. То есть не обязательно вот всем сразу фронтально такую демонстрацию делать. Вот. Могут быть графики устанавливаются, когда они вот просто вы решили работать по правилам несколько дней. Почему? Вот вы сделали график такой, который знает очень немногие. И вдруг неожиданно там, что в разное время, и все это никто ничего не требует, вообще никто ничего не требует. Зачем требует? Там сами понимают, что сейчас идет там официально идет спор там, по индексации заработной платы. Значит, если вдруг что-то там не идет, люди не работали, значит, это с этим связано. С тем-то очень понятно даже. То есть тут много, может быть, вариантов, поэтому я написал здесь, вот предлагаю вмешать, выработали опытом рабочего движения. Назвал пару и другие. То есть вообще надо изучить. Мы вообще считаем, что надо, вот если будут хорошие статьи по этому поводу, мы какие у нас попадаются или кто у нас готовит, мы их публикуем за рабочим движением. И дальше будем публиковать. Вот так такие предвзяты. Мы когда он брал, когда он правил, что он тоже опубликовали опыт рабочего движения. Никакого отношения не имеющие как бы к борьбе дочерей морского торгового порта. И в то же время, ну, как раз имеющие отношение к тому, что, в общем-то, именно это и используется. Но никакой там связи внешней не было. Я думаю, что мы должны дальше это делать, и вопросы пусть задают. Есть, между прочим, литература, и в библиотеках тоже есть. И вообще, если люди хотят получить зарплату, то вообще сейчас ничего, так сказать, если хотят люди получить деньги, они должны что-то сделать. Вот это кажется везде нормальным, что если я хочу получить деньги, надо заработать. Но если вы хотите больше зарплаты, надо пойти в библиотеку, задать вопрос, сделать забастовку. Причем, как вот я думаю, что здесь присутствующие не будут спорить с тем, что если вы будете работать 16 часов, вы зарплаты себе не получите больше. Потому что вы полностью решите возможности повлиять на величину своей зарплаты. Потому что платить вам будут жидкими деньгами. И 18 часов еще более жидкими. И повысить зарплату можно только таким путем, что вы будете работать столько, сколько полагается, но при этом используются коллективные действия для того, чтобы добиться повышения зарплаты, что положено по закону, по сути дела. Кстати, вот, ну как-то здесь еще не прозвучало сегодня, одно из самых эффективных средств было у дочери, по поводу чего сразу, так сказать, была реакция в администрации. Это когда профсоюз принимал решение отменить, то есть не давать разрешения на работу выходных праздничные дни. И сверхурочные, и выход такой на работу. Все. Что происходило? Сразу же появлялся большой флот железнодорожных вагонов. Железнодорожные, так сказать, агентства всякие, железная дорога начала вставлять всякие санкции. И этот Григорий говорит, ну, ребята, ну, давайте вот только это не надо. Не надо только вот этого запрещать, а тут-то святое дело. Что можно предъявить людям по поводу того, что, ну, профсоюз нам не дает добро. Профсоюз имеет право давать добро на сверхурочные и работу в выходные дни. И работник может не выходить, если мы договорятся все об этом. А это может быть более эффективно, гораздо, чем то, что он там много работает. Вот нам и Дмитрий Васильевич рассказывал, как много людей работает на Красном Соломове, как они, значит, там чуть ли не по 16 часов трудятся. Я говорил, там сидят вот асы люди, тоже был когда на Красном Соломове, всех разговаривал. Я говорю, ну вот вы можете свою работу, которую вам положено, сделать за 6 часов? Говорю, я за 4 могу. Значит, вы можете 4 часа заниматься только одним, повышением своей зарплаты. То есть заняться профсоюзной работой. Ну, можем. Но если вы будете работать 12 часов, что будет? Ну, что говорит, будет? Тоже зарплату, только жидкими деньгами зарплату. Они же это и не сказали. Это не сам придумал.
То есть в общем люди это понимают, но как-то вот втягиваются, то есть им как-то кажется, что если они будут больше работать, то больше будут получать. Нет такого зависимости, нет. Зависимость, к сожалению, обратная. Больше работаешь, больше на тебя грузят, пока человек не упадет совсем. А когда будет падать совсем, вот он будет много болеть, то скажут, нам его сокращают, потому что он много болеет. Освободятся на один способ. И никакими потом, сейчас столько стоит лекарства, что ли, повышенные зарплаты не компенсируют. Сразу скажут, вам нужно столько, 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 и все. И весь вот заработок, и все работает. Так что, вот в этом отношении, я думаю, что не страшно, что что-то чего-то люди тут не знают, важно, чтобы это было правильно, что есть такой вид заботов. Но я думаю, что этот вопрос мы можем решить все равно, как, если, когда мы решим вопрос, принимаем за основу или нет. А потом, я думаю, мы можем править, можем исключить тоже. Я не вижу ничего страшного в этом. Есть предложение принять за основу данный проект постановления. Прошу проголосовать. Опуститься против меня. А вопрос можно так задать? А вот по скользящему графику люди работают, и у них выпадают воскресенье, там выходные. Это нельзя уже нам профсоюзу, допустим, включать такое вот требование, что, ну, как бы вот, не разрешать сверхурочные выходные дни. Это уже а у вас сверхурочные по-другому считается. Вы должны посмотреть общий баланс времени. Посмотрите, если вам в течение месяца, значит, вы работали не столько, сколько вам положено, из расчета 40 часов в неделю, а больше, значит, вот если... Да, сколько? 4 недели по 40 часов, 160, а вы 180. Будьте добры, за 20 часов вам заплатить. Не, а нам платят. Грозные, правильно? Нас оплачивают. У вас другой счет, как грозные. Другой. Вам не подходит это, да? Да. Почему нет? По-другому считается, короче. Поэтому не подходит. Все предложения в редакционную комиссию. Письменную.